В Азербайджане открылся первый женский клуб по дзюдо. Пользуется ли он популярностью и в чем его уникальность, расскажет наш корреспондент Кимран Гусейнов. Многие из этих девочек пришли в клуб по дзюдо, чтобы поддерживать физическую форму. Тренеры же уверены, со временем это желание перерастет в чемпионские амбиции. Они верят, что их подопечных ждет большое будущее в дзюдо. У нас уже так сложилось, что дзюдо является одним из популярнейших спортивных направлений. И это не только благодаря высоким результатам среди мужской половины. У нас немало чемпионок и призеров среди женщин. Идея создания женского клуба по дзюдо принадлежит паралимпийской чемпионке Афак Султановой и двукратной чемпионке Европы Кифаят Гасымовой. Девушки обратились с этим предложением в Национальную федерацию дзюдо. Их инициативу поддержали единогласно. Когда я сама начала заниматься дзюдо, то тренировки были смешанные. К примеру, из 30 человек в секции всего 3 или 4 девочки. Мы решили изменить ситуацию и думаю, что у нас получается. К нам уже записалось очень много девочек. Сейчас в клубе тренируются 40 человек. Некоторые спортсменки уже успели привезти награды с крупных соревнований. Моим первым соревнованием было открытое первенство. Я очень нервничала, когда выходила на поединок, но все-таки смогла выиграть бронзу. После этого уже появилась какая-то уверенность, что не зря я стала заниматься дзюдо. Цель клуба – воспитать как можно больше будущих чемпионок. Тренеры отмечают, что популярность проекта продолжает расти. А это значит, что в ближайшее время появятся новые подобные клубы. Кямран Гусейнов, Фуат Гасымов, Хикмет Гуламов, Мир 24.